Волонтер – это звучит гордо. Ивановское отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы» объявляет о наборе новичков в команду. Впервые ребята заявили о себе в год 70-летия окончания Великой Отечественной войны. И за 2 года своей работы молодые люди сделали значительный вклад в сохранение истории. Мы стали в Ивановской области соорганизаторами таких мероприятий, как «Парад Победы» в Ивановской области, акции «Бессмертный полк». Провели такие акции, как «Дерево Победы», навещали ветеранов, помогали им, благоустраивали памятные места, воинские захоронения. Ребята работают одновременно над несколькими проектами и акциями. Все грядущие мероприятия будут приурочены к знаменательным датам Великой Отечественной войны. Среди проектов – квесты, игры, уроки и праздники. Чтобы стать волонтером и помочь ребятам в их нелегком, но полезном деле, достаточно заполнить анкету. Направить ее организации можно в любой из соцсетей. На данный момент в городе Иваново у меня числится 30 человек. Достаточно активные ребята, и мы готовы набирать все больше и больше. Очень жалко, когда кто-то уходит, и очень радостно, когда кто-то приходит, что понимаем, что людям это интересно действительно, и готовы набирать все больше и больше людей. Примем любого человека с 18 лет до 30. Сейчас молодые люди разрабатывают исторический квест. Задача эта не из легких. Тут нужно досконально изучить все аспекты события, чтобы игроки смогли буквально собрать историю по кусочкам и почувствовать себя участником сражения. У нас в ближайшее время квест это «Заполярье» будет проводиться 23 февраля. Это также битва, которая была с Заполярьем, то есть там те события, которые там происходили. Вот. Такая будет квест, тоже исторический, на тему Великой Отечественной войны. Кроме этого, в скором времени ребята планируют запустить в массы еще одну, уже довольно известную в других регионах, интеллектуальную игру «Риск». Она потребует от участников не только знаний по истории Великой Отечественной, но и стратегического мышления. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.